Что, народ, продолжаем, да, Мегамена тогда? Ай. Ай-яй. Отлично, просто поднимаемся вверх, не обращаем на них внимания. О, Каев. Так, а что у меня там по костюмам? Ага. Это сейчас было серьезно? Не, это сейчас без шуток, да? У меня не было зарядов, и я не смог дальше пройти. Зарезали. Это сейчас серьезно, бля. А как мне тогда пройти? Мне просто нет энергии. Камон. Давайте как-то. Пожалуйста. О, да, все работает. Значит. Смотрите, что мы делаем. Берем гиганта. Да, запустить. Ну не гиганта, а сначала обычного. Сейчас сначала это все нужно дело провернуть. Это быстро будет. Только я не знаю, что мне нужны здесь. Электрокостюм. Или нет. Короче, берем. Загрузить игру, да? И я просто не смогу взять ее. Я понял, я ее и так взять не смогу. Загрузить игру, значит, я просто зря потратил один выстрел. Джин. Стоять. Загрузить игру. То есть вы хотите мне сказать, что подняв этот камешек, у меня тоже тратится энергия? А не. Так, электро. Блин. Каменный хрыщ. Каменный хрыщ. Сука. Прикиду, я сейчас сохранюсь, и дело в том, что мне придется заново это проходить. А что вы мне этого не сказали? А я это сейчас буду сейчас. Минутку. Камнишню. Ага, энергия восстановилась. Энергия восстановилась. Ой, отлично. Ик, я тебя восстановлю. Хорошо, что сломанные камни остаются сломанными.
ХП так можно было бы собирать. Так, электром. Я всех на максимум соберу. Вдруг. Вдруг финальный босс жесткий. Вдруг финальный босс жесткий. Это самый большой заряд, если что. Так, все, остался ты. Ножницы Мэн. Так, отлично. Сохранить игру, да. Ништяк. Просто бежим. Просто бежим по прямой. Нас не должны интересовать они. Сохраним, да. И... Ой! А знаете, что я сейчас сделаю? Мне просто интересно. Наверху есть что-нибудь? Он умирает. Класс. За экраном смерть, ребята. За экраном у нас смерть. Сейчас ждать полчаса. Вот так даже. Я бы такой, чтобы понять, что мне делать. Как мне просто прыгнуть дальше? Недопрыг. Извините, у вас недопрыг. Штек. А ну. А, в принципе, у меня такой был только, да, вариант? Фу. Я не заметил, блядь. Почему я так затупил? Так, не. Пускай в эту сторону доедете, я сохранюсь. Я когда зайду в портал, то я тоже сохранюсь. Вот и крыса. Он втихаря мне еще запульнул последнюю. Так, значит, сразу берем файер. Сохранить, да, окей. Бла-бла-бла-бла.
Как мне тогда вышло, что он на меня не налетел? Чё за дерьмо? Чел, почему ты на меня прыгаешь? А, ясно. Принимаю бой. Смотрите. Мы сейчас отбегаем быстро. Мы быстро отбегаем вдаль, атакуя его вот этой крутящей атакой. Крыса! Он слишком далеко отпрыгнул. Он должен был около меня только прыгать туда-сюда. Нет, загрузи заново. Я не хочу с лол хп идти на босса. Я в первый раз почему-то получилось. Сейчас он вообще даже бывает... Хорошо, допустим, сохранить игру, да. Минимальный урон получил. И? Так, вот здесь просто кто кого передамажит. Еще раз загрузить игру, окей. Так, сразу на Айсмена. Так, сразу сохраняем, да, окей. Файермен. Нет. А кто у меня был? Хотя, ей-богу, я не вспомню. Я убивал... Стейк. Файермена я убивал с помощью огня. С помощью электричества тогда получается. Так. Я понял, окей, с помощью электричества. Но она очень сильно куцает. Да, он слишком куцает. Так, сохранить, окей, окей. Ой. Гиганта я, кажется, убивал с помощью обычных атак. Да, я его, кажется, с обычными атаками убивал. Ай-яй, сложно, сложно. Бля, я не поменял, да, костюм?
давайте с помощью бомб. Я не буду сохранять, я просто пройду дальше. Так, сразу электро возьму, он самый жесткий. Финальный босс, да, у нас? Окей. Да, там финальный босс. Дело в том, что я не успеваю. Когда он по земле херячит, нужно же прыгать. А я не успеваю. Так, сохранить игру. Так, отлично. Сохранить игру, да, окей. Главное, чтобы я не закостился. Самое главное для меня. Здесь я даже не знаю, кому нужно дать. Давайте Файеру. Насколько мне нужно далеко отойти? А ну-ка. Ага, только так. Ладно, сохранить, окей. Попробуем за Файером. Окей, я понял. Здесь с помощью Файера. А дальше? Сохранить, окей, да. Тихо. А, ножницы. А, загрузить игру, окей. Давайте файером дальше. Не, файером дальше не выйдет. Просто подамажусь, окей. Айс. Айс тоже не вариант. А, Бобермен. Не вариант. Здесь спорно. Потому что я не понимаю... Да, в принципе, понять можно. Но не сразу. Thank you.
Ага, это боссался. Загрузить игру, окей. Сохранить игру, да, окей. Загрузить, окей. Загрузить. Мне кажется, то, что он вперед двигается. А, он вообще стал около меня атаковать. Можно, можно, можно без получения урона. Можно, но сложно. Загрузить игру, да, игру. Загрузить игру, да, игру. Видите, он как летит. То есть, чем я дальше убегаю? Ты что, там сохранился? При получении урона я получил? Серьезно? А не, показалось. Не нравится мне. Давайте еще раз. Так, отлично. Сохранить, да, окей. А, все? Манать. О, окей. Ты ж меня не обмануешь? Он просит у нас извинения. Найс. Так, кажется, это все. Найс. Мегамен закончил что-то Evil, спас мир от зла. И доминировал над каким-то этим доктором. Эй, ну короче, все стало в гармонии, все стало хорошо. Бой Мегамена что-то файт. Бой Мегамена закончился победой. Лав Лейнер. Хо-хо-хо-хо. Бом-бом. О! Это он без маски? Давайте досмотрим эту концовочку, еще посмотрим данные.
пропустить никак. Я Escape не хочу нажимать. Да, эта серия долгая. Вы спасли США. USA. Почему я могу снова за него? Доктор Валя. Почему я могу снова против вас сразиться? Я думал, он еще будет на самом деле на своем корабле меня атаковать. Ну, оказалось, нет. Да, все. Все. Окей. База данных. Мегамен. Вотчер. Типа наблюдатель. Робот-разведчик. Нападает на вторгшихся противников, атакуя их лазером. Кабиал. Это робот, нападающий на незваных гостей, проникнувший на базу доктора Ойли. Его можно уничтожить с помощью специального оружия. Молнии либо ножниц. Камадома. Это робот-защитник. Посевы от вредителей. Киллер-бомб. Это индустриальный робот взрывает предметы издалека. Можно нанести вам ущерб, если взорвется рядом. Атхерк Сузин. Так. Заградительный робот, охраните опасных участков. Внимательно следите за его движениями, прежде чем напасть. Крейзи Рейзи. Робот-охотник. А, охранник. Если так разломать его корпус, его голова отсоединится и начнет неистовствовать. Суперкутер. Суперножницы. Сделан по сути из того же материала, что и резаки Катмана. Невероятная твердая штуковина, поэтому лучше к нему не подходить. Скривдривия. Так, изначально созданная для тушения пожаров, стреляет без остановки, поэтому лучше уничтожить его, пока он не добрался до вас. Снайпер Джои. Робот-охранник. Снайпер какой-то. Следствие освещен щитом, оснащен щитом, отражающий нападение. Так, создан на основе дизайна Протомена. Чан Кей. Небольшой робот, облегченный в пламенные доспехи. Так, избавиться от него не теряя времени. Биг Ай. Вот это большой глаз, самый жесткий. Так, этот робот следит за врагами, сильными противниками. Так, сильный противник, обладающий высоким оборонительным потенциалом. Так, заморозить его ледяным оружием, прежде чем напасть. В смысле, его можно было замораживать? Чё себе? Пикелмен. Индустриальный робот, похожий на металла, но с руками и с ногами, нападающий издалека. Так, позаботьтесь сначала о прикрытии. Food Holder. Так, этот робот предназначен для работы в лифтах. Его движение непредсказуемое, что не может не раздражать. Постарайтесь рассчитать время его выстрела. Ластер. Так, стреляет в любое замеченное врага. Определите направление его выстрела и нанесите удар из безопасного места. Банди Хейли. Робот-разведчик со встроенной камерой в глазу. Без усталости, так, закидывает противников бомбами с пикированием, поэтому его стоит уничтожить как можно быстрее. Я вообще не замечал, чтобы он мне бомбы кидал. Или он кидал бомбы стоять. Что-то я не припоминаю. Ладно, Пипи. Это робот-птица, так. Беглого огня, этой малютки никого не боится. Бом-бом-бом. Минус-часовой механизм предназначена для создания. Ее нельзя уничтожить, остается только избегать. А заметив поблизости прятаться. Бамбу. Робот-разведчик. Его выстрелы разлетаются в 8 направлениях. Так, выждите благоприятный случай, чтобы напасть. Металл. Индустриальный робот. Его можно повредить только когда он покажется на глазах. Ох, боссы. А, да, внизу что это, видите? Атаки, ХП. Yellow Devil. Желтый дьявол.
Это большой робот, сделанный из сплава с памятью формой. Его компоненты всегда нападают в одной и той же форме, которую следует запомнить для эффективного уклонения. Тварь такая, жесткий. Копи-робот. Не настоящий Мегамен, созданный копированной мост-системой. Так, огневой мощи у него в два раза больше, чем у настоящего Мегамена. Стреляет в прыжке. Ну, знаете что, на самом деле он легкий был, потому что какое оружие против него взял? Какое против него взял? Ладно, я уж точно не помню. Так, Wii-01P. Изначально предназначен для мониторинга качества воды. Уничтожьте его с помощью громового луча или гипербомбы. Громового луча? Бля, это вот тот, который типа у нас был, по которому можно лазить? С помощью огня, да, его походу убил? Это ток, огонь, камень. Вилли Мэтчин 1. Так, этим роботом управляет доктор Уэлли. Его огненная мощь только возрастает, когда уничтожается его щит. Так, сотрите это существо, сущее зло с лица земли, и восстановите мир. Футмен. Это робот, предназначен для вырубки леса. Его можно легко победить белым огнем. Камнями. Айсмен. Это робот был создан для проведения исследований на Южном полюсе. Уворачивайся с его ледяного секача во время подпрыгивания на нужную высоту. Так, Бумен. Этот робот ранее расчищал земли под строительством вместе с Гатсменом. Обязательно нанесите ему ущерб, прежде чем бросить в него гипербомбу. Файермен. Так, этот робот предназначен для утилизации отходов. Управляет не пламенем, температура которого может достигать 8000 градусов. От его огненного града нелегко уклоняться, поэтому применяйте против него оружие, нацелящее в его самых уязвимых местах. Лед, то есть. Элекмен. Этот робот может управлять электричеством, является сильным противником благодаря отличной скорости и соответствующей мощи. Быстро избавиться от него с помощью оружия, нацеленного в его самые уязвимые места. Три тычки он дохлый был. Утмен. Не, Гатсмен. Робот, расчищающий земли, отличается крепкое телосложением, с ним легко справиться. Главное увернуться от камней, которые он кидается. Но на самом деле это так и оно и есть. Ну что, в принципе, первый Мегамен мы с вами прошли. Здесь у нас с вами... А, это Артики у нас. А ну. Злой Мегамен. В принципе, я могу использовать эти картинки с боссами. О, тут даже такое есть. А ну, давайте посмотрим, что тут есть в этом музее. Видели. Так, это Мегамен. Пытается, типа, кидать, да, и ножницы. Доктор... Лайт и Вилли. Ага. Учимся огнем управлять. Бомбами. Типа, неловкий, да, и более уже такой опытный. Здесь вообще не понимаю, в чем разница. О, ролл. Молния. А, вот его щит. Так, это рост, да, его получается. Части. Файл персонажа. И главное, этого только показали, все файл. Так, концерт арты. Это как, короче, игра у нас делалась. Как рисовались у нас артики. Так, неиспользованные враги. Смотрите, какой такой у нас есть враг. Пружинистый какой-то. Первый концерт Вилли. Первый костюм Вилли. Второй типа машина Вилли. Артики. Мегамен. США. Реклама. Это Япония у нас? Две. Это США. Так, и... Всё, да?
Да. Ну, следующий у нас с вами будет у нас Mega Man Fan. Так, база данных. Я, наверное, тоже ее сразу посмотрю. Да, перед игрой. Или лучше в конце? В конце. И так посмотреть. Вода. Вода, листья. Огонь. Но это почему здесь не лезвие, а огонь? Ну ладно, в принципе. Давайте тогда в следующей серии встретимся. Ну, в следующей уже части прохождения игры. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Это что-то пружинистое, которое добавили, не добавили в этом. И всем пока.